В связи с указом президента семьям, имеющим право на материнский семейный капитал, либо имевшим право ранее, с апреля по июнь, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Хотел бы обратить внимание, что эти выплаты и подлежат тем семьям, которые полностью использовали средства материнского семейного капитала. То есть эти средства они будут дополнительные. Кроме того, процедура подачи заявления она очень простая. То есть подается заявление через личный кабинет, никаких дополнительных документов не требуется. Все уточнения либо какие-то вопросы сотрудники пенсионного фонда сами будут уже уточнять у заявителей. Поэтому обращаться дополнительно не требуется заявителям. Вся информация, уведомления будут приходить через личный кабинет. Также хотел бы обратить внимание, что подать заявление можно до 1 октября 2020 года и сразу получить эти выплаты за все 3 месяца. Если в семье имеются 2 ребенка до 3 лет, соответственно, за каждый месяц на каждого ребенка будет по 5 тысяч, и в общей сложности это будет 30 тысяч. Если ребенок достигает возраста 3 лет в мае месяце, то ему будет выплачено в размере 5 тысяч за апрель и за май. То есть берется полный месяц, если ребенок, соответственно, достигает возраста 3 лет. Если в семье, соответственно, 1 ребенок, то, соответственно, и он родился в мае месяце, как я уже говорил, то выплаты будут за май и июнь, то есть в размере 10 тысяч рублей.